Я сейчас наблюю. Весь зал здесь заблюю. Куплю сразу же функционал, пиано, ходил, тренажер проходил. Во-первых, он все равно забит плечевой пояс. Я сейчас наблюю. Весь зал здесь заблюю. И Артем Олегович будет убирать. Тот, кто позвал зал, тот и убирает. Это Игорь мало, походу, позанимался эту энергию через край. Я хорошо, выходные отдохну. Ножом проходил, во-первых, он все равно забит. Короче, после круга из 9 упражнений сегодня мой коуч, учитель это Дунаев Артем. Видите, все, дед сдох. Правда, я после болезни 18 дней не тренировался, но 9 упражнений по минуте без отдыха. Загонял он тут. Юный мальчишка, вон тот вот. Юный мальчишка. Сейчас. Они там. Сколько вы отдыхаете между подходами? В смысле, между подходами и между кругами? Минуты, две, три, четыре. Вот. Сейчас отдохнем. Посмотрю, я еще круг сделаю. Но все забито. Главное, бочина колет. Круг сделал, да, на мешках поработай. Да, сейчас посмотрю. Я сейчас сильно не буду, потому что после болезни нужно начинать постепенно. Мужики у нас почти пацаны. А 3 года тренажерки? 35-36. Видите?
отработали и еще немножко скачут. Молодежь, ёпта. Да, Олегович? Ага. Как ты выводишь, нормально? Да нормально. Видите? Яблоки молодильные. Жрёшь, да? И самогон селенгинский, вот оно в чем секрет. А, вон она сила-то, да, в чем, да? Самогон бурятский. Короче, кто бурятский самогон не пьет, у того сил нету, да? Да, да, да. Что, мне стоит начать? Конечно. По выходным у Маши что-то самогон, а может быть. Не пьянство ради, здоровья для. Подумотал маленько сегодня, а, вот этот сына дедушку. Ахмат сила, да? И Ахмат сила, и Россия сила. Все силы, кто занимается спортом. Фу, занимались мы сегодня в спортзале Стронга в центре города Красноярск. Кто хочет приходить, есть борцовская, боксерский и... Что там еще? Типа ринга. Раньше здесь ММАшный восьмиугольник стал. Сейчас смотрю, боксерский ринг. Груши, макивары. Все это есть. Что, друзья, занимайтесь спортом. Будьте счастливы. С вами был спортивный дед. И Дунаев Артем. Сегодня мой учитель. Мастер йоги. Всем счастливо. Всем пока.